Всем привет! Сегодня компания LEGO показала весьма необычные наборы по новым Звездным войнам. Необычно тем, что они являются юбилейными, то есть прошло уже 20 лет с момента выхода вот первых наборов по Звездным войнам. Тогда еще были желтолицы и системы, поэтому LEGO представляет нам вот такие вот наборы. Первый набор — это имперский десант. Выглядит он следующим образом, то есть 4 штурмовика, 3 из них белых, один из них черный. Также вот такая вот маленькая перелетная машина, как раз из которой спускается. Уже выходил подобный набор где-то в 2010 году, наверное. У меня также был похожий. Но это не самое интересное. Самое интересное, что здесь присутствует мини-фигурка Хан Соло. И посмотрите, она желтолицей. То есть все как было раньше. И так будут со всеми наборами. То есть будут класть одну желтолицую мини-фигурку. Конечно, было бы круто, если бы сделали вообще, что будут идти все желтолицые мини-фигурки, все вот эти клоны были бы как раньше, и оформление коробок было бы как систем, но пока сделали только вот так. Следующий набор — это где Энакин ездил на Татуине, то есть такая вот гоночная его машина. В этом наборе присутствуют две обычные мини-фигуры, то есть та-то качественно проработанная, как сейчас, то есть все принты с бежевыми лицами, но и желтолицая мини-фигурка Люка. Не совсем понятно, почему сюда положили мини-фигурку Люка. Мне кажется, было бы интереснее, если сюда положили бы мини-фигурку Энакина, было бы как бы более логично. Ну и сам вот этот вот кар, так скажем, выглядит тоже весьма интересно. Видны прозрачные детали, которые добавили для того, чтобы осталось впечатление, что эта штука висит в воздухе. Но единственное, выделяются вот эти вот бежевые детали, которые соединяют эти прозрачные детали. Можно было бы как-нибудь их заменить хотя бы на те же серые. Следующий набор мне понравился больше всех. Это, так сказать, клонский шагоход. Находится он у нас на планете Кашиик. Здесь присутствует три мини-фигурки новые, то есть это один дроид. Ну, хотя дроид, в принципе, можно сказать, что и старый, потому что моделька дроида не изменилась вообще. Также здесь присутствует один вуки с таким ружьем и один клон, который мне очень понравился, в такой камуфляжной одежде. Ну и в качестве такой коллекционной мини-фигуры сюда кладут Дарт Вейдера, который очень классный, то есть такими старыми принтами. Вот он мне как-то понравился больше всех. Давайте смотреть следующий набор. Ну, как по мне, довольно скучноватый. Это момент из пятого эпизода на планете Хот. Здесь присутствует у нас и Люк, и два повстанца. И также их такое вот летательное средство. Там видно, что будет присутствовать какая-то веревка. Вероятно, можно будет ее как-то раскручивать. Но зато здесь мини-фигурка Ланда Калриссиана. Весьма редко ее положили в такой средний набор. Ну, по сути, только вот эта вот мини-фигурка привлекает в этом наборе, так как сам скучноват. Раньше выходил похожий набор, и там уже был вамп, это такой был белый, ну, что-то типа йети, кто помнит. И там уже, естественно, было поинтереснее. Ну, и последний, самый большой набор, это Раб-1, где летал Боба Фетт, ну и Джанго Фетт. По мини-фигуркам здесь довольно интересные, то есть присутствует какой-то вот такой вот чудик, я точно не знаю, кто это, в какой-то юбке, вот он весьма интересный. Также остальные мини-фигурки, ну, весьма обычные, такие уже выходили. Ну и Лея, желтолица, весьма такая интересная мини-фигурка, тоже довольно редкая была в системе, и сейчас положили сюда. Что касаемо самой постройки, ну, у меня уже есть похожая постройка, которая выходила лет 10 назад, то тоже был Раб-1, поэтому, ну, для меня в этом наборе смысла особого нет. Ну, у кого не было этого набора, то рекомендую вам вот его приобрести, будет у вас теперь Раб-1, то есть он вообще практически такой же, как выходил раньше. Ну что ж, это были все наборы, надеюсь, что вам они понравились. Пишите в комментариях, какой из них вам нравится больше и какой вы бы себе хотели. Всем удачи и всем пока!